Программа формирования комфортной городской среды уже знакома саровчанам. За последние пару лет благодаря ей в парке имени Зернова обновили детскую площадку, реконструировали в первую очередь лыжные базы и устроили воркаут-площадку в 22-м микрорайоне. В этом году за счет средств проекта в Сарове благоустроят берег реки Сатис напротив парка. Территорию, которую облагородят в следующем году, мы будем выбирать уже этим летом. В этом году в период с 23 июня по 6 июля у нас будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Жителям предлагается на выбор три территории: бульвар в микрорайоне 15, квартал 4-6, детский парк Пососина и зона отдыха пруд Боровое. Проголосовать можно на сайте голосза.ру. Новый опрос там появится к 23 июня. Также горожане смогут сделать очный выбор на открытых для этого участках. Для того, чтобы общественная территория победила в рейтинговом голосовании, необходимо, чтобы 12% жителей, достигших 14-летнего возраста, приняли участие в этом рейтинговом голосовании. Призываем активно всех жителей нашего города принять участие в голосовании, чтобы на одну общественную территорию в нашем городе стало больше. Предварительные эскизы дизайн-проектов размещены на сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». После того, как определят территорию победителя, будут проходить общественные обсуждения, где окончательно решится вопрос с благоустройством. Финансируют проект из бюджета всех уровней. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.